12 солдат из военных частей Сочи, Краснодара, Лабинска и Армавира боролись за кубки и путевку на чемпионат регионального командования, который стартует в Ростове 15 февраля. Этот турнир пройдет уже во второй раз. А решение о проведении краевых соревнований было принято в прошлом году. Ведь среди военнослужащих есть немало выдающихся шахматистов, которые способны показать настоящее сражение на шахматной доске. Эмоции не меньше, чем в легкой атлетике, в борьбе, в рукопашном бою. Считаю, что данный вид спорта действительно необходим. Он развивает наших военнослужащих всесторонне. И тактика, и логика, и эмоции сдерживания, и внимательность. Я думаю, все это необходимо вообще и в жизни. Победа игроков шла не только в личный зачет, но и в копилку команды. Их на соревнованиях было 6. Лучших определят на военно-тренировочные сборы, где пройдет спецподготовка. Среди вероятных победителей – рядовые из Краснодара и Сочи.